Сегодня по автозимнику Батагай-Куйга перевозчики доставляют уголь непрерывно. Чтобы уложиться в график, работа кипит без выходных и праздничных дней. О том, кто задействован в доставке жизненно необходимых ресурсов, и о тех, кто очень часто остается за кадром, в нашем следующем сюжете. Сегодня для выполнения заданий по завозу топливно-энергетических ресурсов для нужд жилищно-коммунального хозяйства Верханского района задействованы не только индивидуальные предприниматели по перевозке грузов. Одним из главных действующих лиц строительства муниципальных дорог и автозимников является дорожный фонд муниципального образования. Сегодня на территории Верханского района действуют три дороги регионального значения и сезонные автозимники местного значения. По всем участкам дорожники работают, объезды в тяжелых участках сделаны. По всем наслегам заводится уголь, продукты первой необходимости и сенаж, и комбикорм. Уже месяц, как действует автомобильная дорога общего пользования регионального значения Яна на участке Батагай-Усть-Куйга. Для доставки угля из Куйги задействовано 186 единиц техники Верхоянского района. Отрадно, что не первый год руководство УЛУСа практикует подготовку местных кадров для завоза грузов в Арктический район. Очень много машин появилось, до этого было машин мало, так что завоз идет нормально, стабильно, пока наледей нету. Безусловно, одним из главных участников в завозе грузов являются перевозчики. Но иногда незаслуженно остаются за кадром простые рабочие. Например, без участия трактористов и машинистов, от которых зависит своевременная отгрузка угля, не было бы и выполнения плана. Альбина Павлова, НВК СХ, Батагай.